Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопияно Самаюктам Бриндаванам Ванча калпатару вашчаки пасинду бхавачу патитананг павуне бхавишнаве бьо намо намах мукан кароти вачаланг пангунланг хайтегрим ятки патаманг банде параманандамадвам бриндавай тулсидеббай приявай кешвасача Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасу пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетас Падам Сива Виринчинатам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусати Чаранарвиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуржита кимапигабхудушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадам кипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Аджану ламмита бхужау канака бодату, Санкиртанай капитару камалая такшу. Вишам бару дижа бару жугадхарма палу банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тата Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджаби Шанатам Бхаги Шаджушва Вадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьястиде самбихит, твам нишингамахам бхаже. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Нама Санкитанам Ясу Сарва Папа Пранасанам Пранама Дукша Шаманам Тангнама Михарим Парам Нама Санкитанам Ясу Сарва Папа Пранасанам Пранама Дукша Шаманам
Танг намами харим парам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, Прабхупад сказал, когда наши глаза перестанут хотеть смотреть на материальные вещи, уши перестанут хотеть слушать какие-то материальные звуки, материальные вещи, когда наши уши, они, им надоест слушать материальные звуки, и когда наш ум, он отвергнет все материальное общение, то в тот день мы сможем подумать о Кришне не перед этим. Кришна Бхаджан — это не шутки. А, к сожалению, под именем Кришна Бхаджан какие-то несерьезные вещи происходят. А Кришна Бхаджан — это не какие-то шутки. Только тогда, когда наш ум отвергнет все материальные виды общения в виде денег, положения в обществе, еще чего-то, то тогда только можно приблизиться к подлинному Садхгуру и вопрошать его о том, как совершать Кришна Бхаджан. Иначе это будет просто обман всего общества. Шрила Рупа Госвами подпишет Бхакти Расамрита Синдзу. Лучше, если вы поместите меня внутрь пещеры и зажжете огонь вокруг, я буду страдать таким образом. Это лучше, чем... Это говорит Рупа Госвами. Лучше страдать от такого жара, чем получать какое-то материальное общение. И вот Рупа Госвами говорит, что такие слова, и это должна быть наша молитва лотосным стопам Гауранги Махапрабху, чтобы мы избегали мирского общения. И я не говорю лотосным стопам Кришны, поскольку я не знаю, достигнет ли эта молитва лотосных стоп Кришны или нет. Я начал с Кришна Шлоки, который прославляет Кришну Бхагавана, но все же я не знаю. Достигнет ли моя молитва лотосных стоп Кришны, и могу ли я надеяться, что Кришна услышит ее, и поэтому я возношу молитвы Гауранги Махапрабху. Я знаю, что Гауранги Махапрабху и Кришна, они не отличны друг от друга, но у нас есть особая возможность. У нас есть особая привилегия, если мы молимся лотосным стопам Гауранги Махапрабху. Кто-то из Махаджан. И вот кто-то из Махаджан написал такие слова. Чет-чет — это санскритское слово. Если наш ум хочет наслаждаться санкиртаной, если мы хотим совершать санкиртану все 24 часа, всю, не просто всю жизнь, а все жизни, даже оставив это тело, и вы сможете войти в духовный вечный мир, то там вы тоже будете совершать санкиртану. Другие виды служения тоже, но санкиртан... Вначале нужно совершать санкиртан. Санкиртан — это самое важное. Особо в эту кали-югу, когда все другие процедуры баджана, они не столь эффективны, как санкиртан. Махапрабху сказал нам, что санкиртан — это самое эффективное средство, чтобы Верховный Господь был доволен нами. Очень часто Шрила Прабхупад говорит, наш харикатха, наш харикиртан, они должны быть для того, чтобы Верховный Господь был доволен нами.
а Пракрита Гауранга Махапрабху, трансцендентный Гауранга Махапрабху, трансцендентный Верховный Господь Бхагаван. Мы хотим, чтобы Он был доволен нами. Если мы пытаемся удовлетворять свои органы чувств, а не Господа, то мы не можем надеяться, что достигнем чего-то в Харибаджане. И в тот момент, когда мы начнем думать об удовлетворении Верховного Господа Бхагавана Шри Кришны, то тогда мы можем ожидать этого, что у нас будет возможность совершать Кришна Бхаджан. И тогда, если вообще наш ум, он заинтересован в том, чтобы слушать Харикатху и Харикиртан. Сад, чет — это санскритские слова. Если наш ум на 100% молится о том, чтобы пересечь этот материальный мир, если мы молимся внутри нашего сердца, «Господь, пожалуйста, помоги мне пересечь этот материальный мир». Если наш ум хочет пересечь, стремится к тому, чтобы пересечь этот материальный мир, и если ваш ум он находится вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху и его преданных, почему Чайтанья Бхакта? Потому что они совершают санкиртан все время. Почему мы заинтересованы в том, чтобы обрести общение спутников Гауранги Махапрабху? Почему? Поскольку мы можем обрести возможность слушать Харикатху непрерывно, а когда мы прекратим слушать Харикатху, то Майяна окутает нас, и мы потеряем наше сознание. И кто-то не может избежать. Я жалею таких людей, но что делать? И вот материалисты в этом материальном мире, они ожидают какое-то уважение от других и прочие вещи. Когда я был на Сурьякунде, я говорил Харикатху только перед одним преданным. А если никого не было, то я тысячи слог из Бхагаватам произносил вслух для удовлетворения Бхагавана. Вот Махарадж раньше там баджан совершал, мог непрерывно 8 часов читать Бхагаватам вслух для Сурьянарайана Бхагавана. Я знаю, я не могу найти даже одного человека, который может понять такую абсолютную истину, кто может принять и осознать все это. Но все же это моя обязанность делать это. Я делаю, не ожидая получить что-то взамен. И вот Дашлока, если мы пытаемся пересечь этот материальный мир, если наш ум, он витает вокруг Шри Чайтанья Бхакт, преданных Шри Чайтанья. И вот Прахлад Махарадж говорит то же самое. О Прабху, как я могу достичь твоих лотосных стоп с помощью материального ума? Материальный ум, он не позволяет мне слушать Харикатху, я не могу принять ее и найти интерес в Харикатхе. Прахлад Махарадж говорит об этом. И вот Прахлад Махарадж говорит Нарисимхадеву: «О Прабху, как я могу достичь твоих лотосных стоп, поскольку мой ум он всегда избегает санкиртаны и Харикатхи». И таким образом я чувствую себя неудобно, говоря такие слова. Прамамрита — это прама-любовь. Это очень высокое слово. И материалисты
у них нет представления о том, что такое подлинная любовь. Материалисты, у них нет представления о том, что такое подлинная любовь. И в этой шлоке говорится, и вот это седьмое, если вы хотите плавать в океане нектара, в океане премы, то тогда вы должны поклоняться лотосным стопам Шри Чайтанья Чандры. Вы должны думать о лотосных стопах Шри Чайтанья Чандры. Пытайтесь увеличить ваше влечение, ваше вдохновение не к каким-то материальным объектам, а к трансцендентному. Бхактивинода Тхакур, он в своем киртане пишет, Шрила Бхактивинода Тхакур молится о Прабху, то влечение, которое чувствую к материальным вещам, материальным богатством, то это же влечение я хочу чувствовать в твой адрес. Махаджаны, они сказали все нам, но материалисты, они не могут изменить свой ум, они не заинтересованы в том, чтобы совершать баджан, они заняты каким-то материальным наслаждением, поскольку наши органы чувств, когда они приходят в контакт с какой-то материей, и что такое наслаждение? Когда наши органы чувств, они приходят в соприкосновение с какими-то материальными объектами, эти органы чувств, они радуются от этого. Иногда мы чувствуем влечение к чему-то, иногда отвращение. Например, я если вам на ладонь поместить какой-то кусок льда, то у вас будет такая неприязнь к нему, поскольку он слишком холодный. То есть, может, поначалу этот лед может показаться приятным, но очень быстро он надоест из-за своего холода, как во Вриндаване, например. Вроде место хорошее, а если оказаться там летом, в апреле и мае, то там такая жара, что сложно находиться. Даже ходить пешком без обуви, то сложно, поскольку дороги раскалены, можно обжечься. И вот, когда ваши органы чувств, они приходят в соприкосновение к какими-то материальными объектами или вещами, вы чувствуете влечение или отвращение от этого. Когда вы чувствуете влечение, это зовется наслаждением, а когда чувствуете разочарование в этом, то какую-то боль чувствуете и тоже не можете этого терпеть. И в этом это определение материальных наслаждений. И материального, это определение материальных радостей и страданий. И поскольку в основе всего этого смотрите, это материальное слово, какие-то наслаждения и страдания, они только к материальному относятся, а к духовному нет. Почему? Может, они как-то применимы, но трансцендентным образом, трансцендентное блаженство и трансцендентные страдания, например. Например, когда мы чувствуем боль разлуки с Господом, это, несмотря на то, что это разлука, но все равно одна сладостна. И поэтому можно сказать, что There is no background of this two words. Because
И поскольку на основе прошлого, настоящего и будущего, мы не можем найти никакого существования этих страданий и наслаждений. И вот это влияние времени. Эйнштейн говорил, что я не могу понять, что такое время. Время мы не можем определить, как-то Эйнштейн сказал. Время — не что иное, как движение. Все вселенные, они двигаются. А сейчас тема другая, но... И вот на пути этого обсуждения можно найти то, что время, пространство и материя, они все связаны. Математически можно доказать это, что все это связано, поскольку если я скажу, что время не что иное, как движение, вопрос возникает, кто и как движется. Когда я говорю, что время не что иное, как движение, вопрос возникает, кто и как двигается. И вот концепция объекта и человека возникает, он тоже материален. Если я говорю о вас с нами, это тоже материя. На хинди я говорю так шутливо. И вот на хинди есть такая пословица, что тот, у кого нет сознания, он подобен мертвому телу, которое двигается. В нечто вроде человек живой, а если у него нет сознания, то толку от этого нет. И вот время не что иное, как движение, это значит, представление должно быть о том, кто двигается, куда и где двигается. Потом вопрос возникает, как долго этот объект будет двигаться, куда двигается, насколько вопрос пространства возникает. И вот время, пространство и материя, все это связано. Время, как определить его? Иногда я встаю очень рано, но все равно время куда-то уходит. Я чувствую себя беспокойно. И вот перед тем, как начать эту харикатху, я хочу предупредить вас. Если вы чувствуете, вам надоело материальное общение, тогда я выражаю почтение вам. Поскольку это то время, достойное время, когда вы можете начать харибаджан. Если вы встретитесь с чистым саду, чистым преданным, почему? Поскольку, избегая материального общения, чувствую, это как бы хорошо, но это не признак баджана. Для вас я говорю. Но я знаю, что до тех пор, пока юкта вараги, я сам знаю, до тех пор, пока юкта вайраги, гармоничные вайраги, когда все эти вещи не прикоснутся к нашему сердцу, то до тех пор вы не сможете начать харибаджи. На вас, для вас я говорю. Если вы чувствуете радость от материального общения, то вы не сможете начать харибаджи. А если вам это все надоело, то это хороший признак, но чистые преданные, они не чувствуют влечения к чему-то или отвращения. Они чувствуют влечение, но к каким-то трансцендентным вещам, даме, имени Верховного Господа, Его спутникам и всему остальному, что связано с Верховным Господом.
Шрила Прабхупад, он дал нам совет, что вначале всего мы должны избавиться от влияния майи. И тогда вы сможете думать о том, как совершать харибаджан или не совершать. И вот сегодня начало уджа-врати. Уджа значит уджа. Это врата, значит, обет, месяц обетов. И как его наши враты, обеты — это служение Бхагавану. Врата, обеты не значит ничего, не есть несколько дней. Это не подлый смысл враты. Врата, значит, мы должны служить Кришне непрерывно в этом, в этот месяц. Сегодня мы принимаем решение, то, что все, весь картик. Даже нельзя сказать, что весь картик. Для каждого, для всех и каждого я говорю, что для, во время картик врат мы начинаем ньямсу врату. Это называется уджа врата. Почему? Поскольку не должно быть никакого осквернения внутри нашего сердца. Даже материалисты, если они постятся, с такой мыслью, что если я пощусь, то раз, что если два раза в месяц пощусь в Экадыше, это хорошо для здоровья, то это не бхакти. Хотя вроде материалисты постятся в Экадыше, но их цель не другая, просто постятся ради здоровья, чтобы долго жить. Это не бхакти, а наслаждение чем-то, поскольку они в итоге хотят получить какое-то материальное благо. И вот поститься — это не подлинный смысл врата. А лучше, если мы будем слушать о славе Бхагавана. В Брахма-самхите такой пример приводится. И вот в Брахма-самхите говорится, одна лампа, в смысле, этот маска, как его, дип, горит, и тогда это пламя, пламя, оно прямо горит, без движения куда-то. Если зажечь какой-то огонь, лампаду, и поэтому вот особенно на керосиновых лампах и прочих можно видеть колбу и внутри. То есть делают какие-то отверстия снизу, чтобы это пламя горело прямо и не колебалось и не тухло. И таким образом можно видеть, что пламя, оно прямо горит, не двигаясь. А если какой-то воздух будет дуть, то это пламя будет колебаться. И я сразу, этот пример очень хорош. Вот этот пример, он с, огня, он сравнивается с нашим умом, когда наш ум находится в соприкосновении с Гуру Вайшнава и Бхагаваном. Бхагаваном, то он также прямо находится в таком прямом состоянии. Когда какие-то материальные вещи возникают, подобно ветру, то наш ум начинает колебаться. И тогда, когда ваш ум, он стабилен, тогда вы можете совершать картик врату с полным, с полным уважением в адрес Радхарани. А почему не Кришна? А чтобы выразить почтение Радхарани, поскольку Радхарани — это сила Виграха, кто такой Кришна? Если Радхарани нет, то кто такой Кришна? И вот чтобы выразить почтение Радхарани, полное почтение, все время выражение почтения Радхарани, значит следовать Радхарани. Anaya radhika nunam
И вот эта шлока я уже говорила мне в день Радхаштами, Аная Радхитананам, то с помощью Радхарани, с ее помощью Кришна поклоняем на 100%. Кришна, он полностью удовлетворен, и уже врата, значит, следование Радхарани, а следование Радхарани, значит, служить Кришне под руководством Радхарани, понимаете? И это научное объяснение этой уджа-враты. Это Дамодар-врата. Какие-то ачарьи. Я не хочу критиковать никого, просто говорю о Сиддханте. Я не знаю, как в их концепция. Я слышал, но не мог оспорить. Я очень маленький преданный. И вот моя харикатха для того, чтобы наша гурвага была довольна. Помните, на 100%. Я могу прикоснуться к Бхагаватам и сказать, что моя харикатха, она для того, чтобы удовлетворить мою гурвагу, а не для лапхи-пуджи пратишчи. Моя харикатха — это наивысшее служение моей гурваге. Моя харикатха — это наилучшее служение моей гурваге через читание вани. Я слуга, слуги, слуги ваших преданных. И это мое состояние, если не смогу развить тринадапи или говорить слишком мягко. Это не значит, что это тринадапи. Если у меня тринадапи внутри моего сердца, это значит смотреть на лотосные стопы Кришны, непрерывно лотосные стопы Гурваги. И это называется тринадапи. Автоматически оно возникает. Когда вы поймете славу Гурваги, то, естественно, вы почувствуете, насколько падшая душа я. То есть вы почувствуете свое подлинное состояние. И вот в течение месяца нужно очень многое обсудить. Варинда Деви может благословить меня, или вы все. Как успеть обсудить столь обширные темы? Я нахожусь в океане. Бхагаватамриты, как я могу получить вкус, если я сам не могу обрести вкус, как я могу дать вам этот вкус? Вначале я сам должен обрести этот вкус, и тогда могу поделиться с вами. И вот я хочу прикоснуться к одной теме, один ачарьи. Я слышал, они говорят, что Дамодар, этот Гопал, это оно из ватсаля расы. Оно дает представление о ватсале расы. Я был шокирован, что они несут. Вот кто-то, в общем, какой-то ачарья сказал, что Гопал Дамодар. Эти слова, они показывают какую-то ватсалю расу. Я был удивлен, почему. Но согласно санскритской грамматике и согласно Сиддханте Гаудия Шастра, я могу сказать так много. Много шлок из... И вот там я могу доказать, как это возможно. Гопал значит это слово. Это слово на санскрите, если разделить, то тогда это становится «го» плюс «пал». «Пал» значит «заботиться о коровах». Те, кто заботится о коровах, они известны как «гопал», эти пастухи. Кришна идет пасти эти коров и телят.
И почему причем тут Ватсальяраса? Только потому, что Гопал Говинда, он идет пасти коров. Где тут Ватсальяраса? И как это возможно, поскольку возраст не упоминается здесь, просто говорится Гопал, не говорится, что маленький Гангопал какого-то определенного возраста, здесь не упоминается никакой возраст. И как можно подтвердить, что Гопал, он такой в младенческом возрасте, что он пьет молоко матери? Нет, Гопал Дамодар — это такой открытый термин. Слово Дамодар значит, так здесь разделить с помощью санскритской грамматики, не материальность санскритской грамматики, а с помощью Сиддханта Вичара. Шанкарачарья сказал, я завтра могу повторить, Шанкарачарья говорит, санскритская грамматика не спасет вас. И вот сейчас я хочу объяснить Дамодар, это слово если разделить, дам, Дамодар, это слово если разделить, дам, плюс удар, удар значит пояс, а дам, дам удары еще. Дам значит, а веревка, то что с Кришна был связан Яшудой, поэтому зовем его Дамодаром. И вот его связал, мать привязала веревкой, она взяла его, опоясала и пыталась привязать, что ты глупец, столько проблем причиняешь. И тогда еще Дама связала его. И поэтому имя такое возникло, Дамодар. И Гопал, я уже объяснил, если вообще это Дамодар, это слово, оно даст нам представление о цели расе, почему Дамодар Аштаки это описывается. Если вы думаете, Махараш, Дамодар значит маленький мальчик, Дамодар значит Гопал только. Так почему концепция Радхарани? Здесь это расабас тогда получается. Это смешение двух несмешаемых рас Ватсали и Мадхури. Что такое расабас? Я надеюсь, вы понимаете, расабас значит одна раса, она пересекается с другой. Ну, как Махарадж приводит примеры с этими воздушными змеями, если они в воздухе или их веревки как-то соприкасаются, то, как правило, оба падают. И когда? И вот у нас должно быть такое хотя бы основное представление об этих расах и и вот у вас должна быть основа, чтобы понять это все. И вот что я хочу сказать. Две различных расы Махапрабху. Он выражал лилу гнева, когда две расы, они смешивались друг с другом. Например, вот царь расы, если есть. И тем временем вы прикасаетесь к Мадхури расе, но это совершенно другое.
Мадхури раса и Вацари раса, они никогда не смешиваются. Это асахаджия. Зачем смешивать Мадхури расу и Вацари расу? Это слишком. Это осквернение обоих рас. Махапрабху очень гневался, когда кто-то приносил какую-то расабасу или сиданта вирот. Расабас — это смещение рас, не должно быть. Это неправильно. Это неправильная концепция. И вот, когда я говорю, что это вацали раса, то как эта концепция Радхарани возникает? Почему концепция Радхарани с Гопалом, с Дамодаром возникает? Я могу доказать, но сейчас тема другая. И вот главное Уджаврати, чтобы наш ум был сконцентрирован на лотосных стопах Радхарани. Я имею в виду, чтобы наш ум был сконцентрирован на лотосных стопах Кришны. И вот это значит автоматически вся Уджаврата. И вот сейчас вопрос может начаться, поскольку я сейчас я начну с 80-й части Бхагаватам. Хотя в объявлении было, что Удасамват начнется сначала, но потом я подумал, что по последовательности того, что Бхагаватам сначала Удасамват, он впоследствии произошел. В общем, Судама Випра, 88-й части Бхагаватам, а Удасамват 80-е. Но потом подумал, что лучше начать с Судама, ну, начать с другого Махараджа решил, поскольку они хронологически по-другому, чем Бхагаватам описано. Почему? Поскольку, когда Кришна, он оставил Вриндаван, когда Акура, значит, тот, кто не бессердечный, но гопи говорят, что он Акура, он бессердечный, но это имя Акура, значит, буквально тот не бессердечный. Тот, кто полон любви, но гопи, когда они увидели, что Акура, он забирает Кришну с Баларамой, с Враджадамой, то гопи сказали, что его имя наверняка не Акура, а Крура. Он бессердечный, поскольку забирает Кришну из Вриндавана. И вот гопи говорят так. И что я хочу сказать? Когда Кришна и Баларам, они их Акура забрали из Вриндавана, то тогда все и тогда все пропало, все стало опустошенным, поскольку Кришна уехал из Вриндавана. Иногда на экзаменах вот в нашем детстве спросили в этом, в листе вопросов нужно было заполнить какой-то бланк. И как мы знаем, и вот я пример, с чем это связано, поскольку эта пустота, она связана с отсутствием Кришны и Баларамы, но такую пустоту нельзя чем-то заменить. И с этим представлением пытайтесь слушать Удасамват,
И вот вопрос, я отвечаю на этот вопрос, почему я хочу начать сейчас с Судамы Випре. Почему? Поскольку это Гуру Татва. Я не могу пересечь Гуру Дева. Нельзя пересечь сразу начать Раса Татву. Понимаете? Поскольку Удав Самват, он связан с Гуру Татвой. А тема Судама Випра, Судама Випра тема, точнее, связана с Гуру Татвой, поэтому Махарадж хочет начать с нее именно. И вот Кришна, находясь во Вриндаване 11 лет и 2 месяца, и вот Кришна Баларам, они были забраны Акурой. Гопи, они готовы были оставить свое тело под колесами колесницы. Они не могли позволить Кришне уйти. Но Кришна, он обманщик. Он сказал ложь. Кришна сказал: «Я вернусь скоро». Я вернусь скоро и надеюсь на эти слова Кришны, то, что Кришна обещал вернуться очень скоро, позвольте мне уйти. И вот с этой помощью, с этим, и гопи, они услышали эти слова Кришны, они кое-как жили. В Гопи-гите говорится об этом. Наше сердце, оно, наша атма, наша душа, она находится на твоих лотосных стопах, и поэтому, иначе мы уже должны были помереть, но мы не умираем. И поскольку Кришна, он нитья нам. И вот это шлока из Упанишад мы знаем. Кришна, он жизнь и душа всего. Кришна, он душа всех душ. Кришна, он сверхдуша. И вот гопи говорят, что ты параматма, сверхдуша. Ты параматма, ты сверхдуша всех бесчисленных душ. Они все исходят из тебя. Можно спросить, как тогда? Они живут, поскольку Кришна, он параматма, он сверхдуша, пребывающая в каждом сердце, поэтому гопи, они еще кое-как живут, иначе мы могли бы умереть раньше. Встретившись от разлука. И вот, когда Кришна, он был забрат Акурой в Матхуру, так много тем, которые нужно обсудить, и тогда в течение долгого времени Кришна был занят коровами и этим лесом. Он не учился нигде. В то время как наши отцы и матери, когда мы нас 4-5 лет наступает, начинают учить нас алфавиту, читать, писать и прочее. А Нандешода, они так любили Кришну, что не заставляли его учиться. И Кришна жил так сам по себе.
уже 11 лет было, он так и не начал учиться, внешне выглядеть, что Кришна не образован. Хотя в 11 уже читать и писать все умеет. А Кришна только коров пас. И вот в то время, и поэтому Кришна всю жизнь он являл свои лилы во Вриндаване, хотя образование так и не начал получать. И вот он играл день и ночь, все 24 часа в сутки. И когда он мог бы начать учиться, Кришна внешне выглядит так необразованным. И все образование, оно исходит из лотосных стоп Радхарани. Все знание, оно исходит из лотосных стоп Кришны. Но все же мы шутим с Бхагаваном таким образом. Но так или иначе, когда мы отправились в Мадхуру, и тогда Васудев и Нанда Баба. И когда я буду говорить о Удав Самвате, я проясню все это, каковы же условия состояния Васудева и Деваки, каково состояние Нанды Бабы. Все это отличается. Мы не можем сравнить сердце Нанды Бабы, оно полностью отлично. Вот. Сердце Нанды Бабы, оно полностью отлично от Васудева. Их нельзя сравнивать, и когда мы до Удасамбата дойдем, я это все подробно объясню. И вот суть в том, Васудев Джи Махарадж и Яшода, и Деваки, отец и мать, они также думают об образовании Кришны, что Кришна уже вырос. Уже ему 11 лет и 2 месяца нужно бы учиться ему начать. Нужно бы отправить его в Гурукулу. И вот мы должны отправить Кришна Баларама в Гурукулу, чтобы научиться чему-то. Он необразованный так пастух, и вот отец и мать, они решили отправить Кришна Балараму в дом Сандипани Муни. И он был этим гуру. Когда Уджайни, вы знаете Уджайни, не слышали, это знаменитое место, где Кумбхамела иногда начинается. А Кумбхамела, она так перемещается, и вот там иногда тоже возникает. И Уджайни — это место, где Кришна Баларам. Они были отправлены получать образование своего Гурудева Сандипани Муни. Сандипани Муни. У него была Гурукула, и там Кришна Баларам. Они получили образование там, и я могу, я так постепенно попытаюсь объяснить, каково было настроение служения самого Шри Кришны. Мы служим Кришне, но каково настроение Кришны в адрес Гурудева, мы должны узнать об этом также. Каково его желание служения Кришны Баларама в адрес Гурудева. И это главное. А мы теряем свое сознание. Я много раз говорил, чем больше вы скитаетесь там и здесь, то тем больше вероятность пасть. Вероятность падения, больше вы встретитесь с какими-то непонятными людьми, непонятными ачарьями, которые пытаются одурачить население. Я не могу обманывать вас. И поэтому иногда мое поведение кажется кому-то жестким, и не каждый может прийти ко мне. Они, те, кто хотят быть обмануты, они, как правило, обманываются.
я их избегаю, таких людей. И таким образом я начинаю это 80-ю главу. А сатсанга, она может забрать все наше сознание в течение секунды. Я ничего не обретаю от вас, у меня нет никак надежды на вас, но я знаю, что секунда сатсанги, поскольку эти демоны, они хотят уничтожить вайшнавское общество. И вот я... Кто-то говорит, что Махарадж говорит слишком высоко, у него нет вайшнаваты, вайшнавизма. И, по крайней мере, я не обманщик. И это единственное, что они хотят сказать, но они знают, что Махарадж говорит о всех научных вещах. Везде, по милости Бхагавана, я очень малая душа. И вот по милости Бхагавана Харикатха происходит. И даже в течение секунды сатсанга она может стать причиной нашего падения. И как в случае с Саджамилой, множество таких примеров я могу привести. И Лавоматра, шестая часть секунды, она может позволить нам достичь Кришна Бхакти. И вот даже часть секунды сатсанги, она может обрести нам такое великое благо, что мы можем обрести Кришна Бхакти. И это зависит от нас, но обусловленные души всегда имеют какую-то свободу воли, но это не анугатия. Кто-то может находиться со мной и сказать, что Махарадж, он находится в какой-то независимости или находится под руководством Гурваги. Но можно видеть, что я всегда нахожусь под руководством Гурваги, как бык, который тянет бычью упряжку. И вот Гурвага всегда дает мне наставление, поэтому нельзя сказать, что я независим. И то, что куда-то еду, говорю или сижу где-то, или смотрю куда-то, все это находится под контролем Гурваги. Даже находясь рядом со мной, это можно быть обманутым, или находясь рядом со Шри Прабхупадой, множество людей были обмануты. Даже после того, как кто-то находился рядом с Шрилой Прабхупадой и Бхактином Такуром, множество примеров я могу привести. Одни были обмануты, как это вроде, были великими преданными, но оставили общение с Шрилой Прабхупадой, и в итоге они пали. Кто такой Шрила Прабхупад, наша Гурвага, и кто такой я, все, куда я смотрю, то, что я говорю, о чем я думаю, все должно быть под контролем Гурварги, и тогда я могу совершать баджан. И как я могу дать им понять, что и что? Каждый день я говорю Харикатху, и поскольку я чувствую боль, я не могу обмануть вас, я не могу говорить какие-то сладкие вещи и обмануть вас. Я не столь бессердечен, как вот леопарды, они могут так ласково себя вести, красиво мурлыкать, но могут так и съесть. И такое состояние. И вот я говорю о том, о Судама Випре. Судама Випра, он встречается со своим другом, Бхагаваном Шри Кришной, который его есть абсолютный друг. Мы должны развить нашу абсолютную дружбу с Кришной. Мы должны развить нашу дружбу с Кришной. И вы сейчас можете сказать: «Махарадж, если я совершаю мадху расу, то как это может быть?» Но значит, что мы не понимаем ничего, когда мы говорим, например,
я хочу обрести Мадхурасу не сейчас, а потом, то почему нельзя о Ватсале Расе говорить? Вы не понимаете, о чем я говорю. Если я говорю о Мадхуре Расе, то внутри Мадхуре Расе в скрытой форме, в очень скрытой форме, Шанта, Дасья, Ватсалья, Сакья, все они, все эти предваряющие расы в тонкой форме уже находятся там. Сочетание Чайтамриты, Кришнадас Кавирадж говорит такие слова, Акаша. И вот если вы поймете сразу, то мне легче будет. И вот что значит эти слова? Это бенгальская шлока в Шичитане Чайтамрите говорится подобно тому, как качество этого с небес пространства можно найти в земле, в воде и во всем остальном. Эти первых элементов. То есть эти пять первых элементов, они пребывают везде. Это кити, земля, апа, вода, теч, огонь, мару, воздух и пространство. И в этом бесконечном мире мы не можем найти даже ни единого места, где мы не можем найти вот эти все пять первых элементов, они в том или ином виде присутствуют всегда. Пытайтесь понять. Не слушайте, как какое-то телевидение или театр. Я хочу помочь вам. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, когда мы обсуждали эту расу Шантадасья, Сакья, Ватсали и Мадхурью, то Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, как все четыре этих пять первых элементов, они уже находятся там, как в земле, например, все есть первые, все пять эти первых элементов кити, значит, земля. И вот мы уже, я уже говорил об этом, что кити, земля, они имеют все внутри себя, внутри все остальные четыре первых элемента. То есть в земле есть земля сама, вода есть, как правило, всегда она есть. Потом воздух есть, огонь и пространство. Все это можно найти в земле в какой-то в тонкой форме или в такой проявленной. И почему бы не понять? Я не говорю очень простую, но научную сидданту. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, если кто-то являет Мадхурасу, то это не значит, что если мы будем следовать Мадхурасе, то Шантадасе, Ватсалья, их нет. Это пример с тем, что как в земле содержатся все эти пять первых элементов, так и в Мадхурасе содержатся все остальные расы. Но в каких-то различных формах. И вот суть в том, то что хотя Мадхури раса, я уже много раз говорил о ней, но не все могут вспомнить. Шьяма Эва Парамрупам. Мадхурапури, значит, Мадхура, значит, все, включая Вриндаван.
И вот Матхура, кто-то думает, что это только город, но Матхура значит все это, включая Вриндаван. Бара, Матхури, Бара. Среди всех дам Бхагавана Матхура она наилучшая. И Шама Эва Парам Рупам. Мы следуем 16-летнему Кришне, хотя Кришна оставил Вриндаван в 11 лет и 2 месяца. Почему говорим так? Неправильно, нет, я не говорю неправильно. Пытайтесь понять, вы должны понять эту сиддханту, хотя Кришна оставил Враджадаму Вриндаван в 11 лет и 2 месяца. Почему я говорю так? Поскольку это Сиддханта Джива Госвами Пада. Джива Госвами Пад говорит, хотя мы знаем. И вот Сандарпах, он говорит то, что хотя мы знаем, что Кришна, он оставил Вриндаван Даму в возрасте 11 лет и 2 месяцев, но все же он сын Нанды Махараджа. Он сын Нанды Махараджи. И что значит Нанда Махарадж? Нанда Махарадж, он царь Враджадамы. Враджеша значит царь Враджадамы. Враджа плюс Иша. Враджеша. Когда эти два слова соединяются, это санди получается. Самаш и санди. То есть эти звуки, ну, когда две буквы соединяются, санхи называются. Это санскритская грамматика такой. И вот эта концепция приходит Джива Госвами Пад, говорит, хотя мы знаем, что Кришна оставил Вриндаван Даму в возрасте 11 лет и 2 месяцев, но все же в шастре говорится о возрасте Кайшора. Значит, 11, в смысле Айкет Кишора, возраст Кишура начинается после 11, но все же здесь говорится к 16-летнем Кришне. Мы хотим любить Кришну, который достиг 16-летнего возраста. Почему? Джива Госвами Пад говорит, хотя мы знаем, что Кришна оставляет Вриндаван в возрасте 11 лет и 2 месяцев, но все же мы можем считать Кришну 16-летним. Почему? Поскольку он сын царя. Обычно, если пойти посмотреть на детей, царских детей, то они обычно выглядят старше своего возраста, какой-то принц, какие-то Раджкумары, дети. Эти цари, они, как правило, ну, как в Панджабе можно видеть, какие-то там 11-летние мальчики выглядят на все там 16-18. И такие уже, хотя мне 60, но они в 11-2 раза крупнее, чем я. И вот, когда я учился, мы изучали какую-то историю. И вот там рассказывалось Ратна Пратап Сингх из Панджаба, из Читрагонга. Если вы не верите, можете съездить в Панджаб, Читрагонг. И вот я слышал от моего отца и матери, они там были и смотрели на одежду царя, она была, она в музее осталась, и мы смотрим, та одежда разве? Мы все люди тут, ну, значит, одежда была необычайно большого размера,
что царь был так несколько метров в высоту, и лошадь у него была в два раза больше, чем обычная лошадь. И как это возможно? То есть, если в музее посмотреть, то можно видеть, что он в два раза, как минимум, был больше, а то и в три, чем обычные люди. И вот можно подумать о размере тела Бхимасены или Арджуны. Они не такие, как мы еще, может быть, там 5 футов, они могут 5 футов и 2 инча, но нет. Они были гораздо больше. Еще там сохранились их сабли, они тоже были такого размера, что обычный человек не поднимет, не то что сражаться с ней. И вот это наша ошибка в том, что мы пытаемся сравнить что-то со собой. И когда я говорю что-то, вы думаете, что должно быть похоже на то, что мы уже знаем. Но это далеко не всегда так. И вот перед тем, как войти в трансцендентный мир, вы должны осознать то, о чем такие простые вещи, о которых я говорю. Кто-то говорит, что Махарадж говорит очень жестко, кто будет этому следовать, но моя любовь в том, чтобы так говорить о настоящих вещах, без всякого лицемерия. Как Гопи Шурдас Бхабхаджи Махарадж говорил, что мне нечем вас угостить, ни парамана, ни сладкими шариками, ни пури, ничем остальным. И кто может прийти ко мне? И поэтому я очень удачлив, что очень мало людей приходит ко мне. Я не люблю какие-то беспокойства. И вот сейчас я начинаю эту тему. И вот пытайтесь сконцентрировать ваш ум на лотосных стопах Радхарани. Мы не знаем, кто такая Радхарани, и поэтому лучше мы будем думать о лотосных стопах Гуру Таттвы. Кто такая Радхарани, мы не знаем, никогда не видели ее. Лучше сконцентрироваться на лотосных стопах моего Гурудева. Он представитель Радхарани, и Шрила Прабхупада сказал, мой Гуру, кто-то спрашивает. Шрила Прабхупада, Прабхупад, могу ли я думать о моем Гурудеве как о Радхарани? И Шрила Прабхупад сказал, да, в одном смысле наш Гурудев, он Радхарани в области Мадхурасы. Да, это несомненно так. Если вы посмотрите внимательно, вы откроете ваши глаза, то увидите, что все исходит от Радхарани, и Гурудев, он тоже представитель Радхарани, и поэтому лучше мы будем думать о Гурудеве. Достаточно давно, может, 16 лет назад, может, дольше, раньше один преданный со Словении и все остальные. Он пришел в мою комнату, я был в Дели. Бхакти Валабха Тирта Госвами Махараджа.
я пришел из Вриндавана, к нему на Даша множество преданных было, я совершал баджан, и какие-то преданные, они пришли ко мне, выразили почтение, я знаю их, поскольку я помогал им, в то время был брахмачари, Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж получал мне служение, чтобы я встречал их в аэропорту и привозил в Мадх по дороге, говорил Харикатху, это мое служение было. И вот пока мы ехали, я говорил Харикатху, их сердце таяло, и это было мое служение, и поэтому Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж, Бхакти Вигьянта Бхарати Махарадж, они были очень довольны мной. Я не могу отплатить Бхакти Вигьянта Бхарати Госвами Махараджа, я не могу, он пример для меня. И так или иначе, что я хочу сказать? Это то, что Гуру Даршан, сегодня это философия Даршан, вы должны понять. Главное, Гуру Даршан, это наивысшее, можно вспомнить. Я вот шел куда-то, а какой-то преданный выскочил из машины и поклонился мне. И это был пример для меня. И этот преданный сказал, что ваша гуру-таттва спасла меня. И если эта гуру-таттва спасает вас, то пытайтесь спастись и не обманывайте меня. И тогда что случилось? Они спрашивали, о Махарадж, когда мы повторяем харинам. Вот эти преданные со Словении спросили, когда мы повторяем харинам, о чем мы должны думать, о лотосных стопах Кришны или Гуранги. И я сказал им, вы должны думать о лотосных стопах Гурудева. Почему? Поскольку Кришна нам и Хари Кришна нам, они не отличны друг от друга. И я начал объяснять. Хотя вы спрашиваете меня, что во время харинама о ком думать? Я говорю, вы должны думать о Гурудеве. А почему так? Хотя харинам — это Рада Говинда, а Панчататва — тоже. И я сказал такую научную сиддханту, поскольку я знаю, что вы обусловленные души. И если вы повторяете харинам, то ваш ум скитается по Бомбее, Словении, Чехословакии и прочим местам. Я знаю это хорошо. Что ваш ум постоянно скитается по различным местам. Ко мне не приходит даже раз в сутки. Можете на Гадруме, но ум ваш там не бывает. И поэтому я беспокоюсь, как мать беспокоится о своих детях. Понимаете, о чем я говорю? И вот я сказал им, что вначале всего вы обусловлены души, да. И чтобы сконцентрировать ваш ум, вначале вы должны думать о лотосных стопах Гурудева. Поместите перед собой изображение Гурудева и повторяйте харинам, думая о нем. И тогда вы увидите все ясно. Шрила Прабхупад говорил, что Гурупад Падма, он трансцендентный прозрачный медиум, через который вы можете видеть, что происходит в том трансцендентном мире, что в том трансцендентном мире мы не можем видеть. Пытайтесь сконцентрировать ваш ум на лотосных стопах подлинного садгуру, не асадгуру. Не обвиняйте меня, я говорю о стандарте. Вы должны сконцентрировать ваш ум на лотосных стопах подлинного садгуру, и тогда вы поймете, что я имею в виду. Если вы сконцентрируете ваш ум на лотосных стопах Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шридхара Госвами Махараджа, то тогда с Бхагаватам я могу сказать, что мой ум никогда не может скитаться там и здесь, и через эти... И тогда я могу видеть ясно лотосные стопы Нитянанды, Гуранги.
и лотосная стопа Радхарани. И вот я две эти шлоки соединил. И вот эти две шлоки я могу объяснить завтра. И если кто-то помнит меня, и вот сейчас я начинаю восемьдесят восьмую главу. Пытайтесь понять. Шукадев Госвами говорит Харикатху. Шукадев Госвами, пытайтесь понять, Шукадев Госвами говорит Харикатху. Паришит Махараджа это. И вот Шукадев Госвами говорит Паришит Махараджа. И это первая сессия Бхагавата. Паришит Махарадж слушает Харикатху. Шукадев Госвами говорит Бхагават Катху Парикшит Махараджа перед Шукартала Кшетри. Это первая сессия Адхивешан. Первая сессия Бхагавата. Вторая сессия. И когда началась? В Наймишаране. В Наймишаране, в Наймишкшетри. Когда Шукадев Госвами говорит Харикатху перед Шанакадириша, Шуктал Кшетри. Там было. И вот Шуктал Кшетри было 16 тысяч преданных, а здесь 88 тысяч от Аси. Все риши муни возвышенные преданные. Не все были чистые преданные, но слушали Харикатху. Тем не менее, и вот там собралось 88 тысяч преданных слушать Бхагаватам. И во второе слушание Бхагаватам было в Наймишаране. Здесь оно обсуждается. И вот сейчас царь сказал, когда Раджа-вача говорится, это нужно вспомнить. И вот этот царь. То есть здесь упоминается предыдущий раз, когда говорили и слушали Бхагаватам, поскольку во второй раз Паришит Махараджа не было. И вот я начинаю. И вот после того, спустя долгое время, непрерывно Харикатху в течение недели, Паришит Махарадж, он задал такой вопрос Шукадеву Госвами, своему Гурудеву. Пытайтесь понять этот вопрос. Шри Раджа-вача Паришит Махарадж говорит. Бхагаван джани чаньяни мукунда шо махатманаха бирьяни ананта бирьясо срота мича махе прабху. И вот Бхагаван. Бхагаван джани чаньяни мукунда шо махатманаха бирьяни
О, Прабху, о, Гурудев, я слушаю так много харикатхи от вас. Она подобна нектару. Я не могу потерпеть, если вы прекратите говорить харикатху. Пожалуйста, если вы будете продолжать говорить о различных лилах Бхагавана Шри Кришны, и тогда это ваше величие. Пожалуйста, продолжайте говорить больше и больше. И также в другой сессии Бхагаватам Шанакади Риши. Шанакади Риши, он говорит перед Сутадевой Госвами. Мы не чувствуем удовлетворения. Почему? Завтра я буду говорить об этом. Это состояние должно прийти в вашу жизнь. Оно должно прийти. Иначе ваша жизнь бесполезна. О, Гурудев, мы не чувствуем удовлетворения. Мы пьем нектар. Нектар. И чем больше мы пьем нектар, тем больше мы чувствуем жажду. Тем больше мы хотим обрести больше и больше нектара. И вот сейчас то же самое Парикшит Махарадж говорит Шукадеве Госвами. О, Гурудев, мы хотим слушать больше и больше. Пожалуйста, не прекращайте. Говорите больше о лилах Бхагавана. Материалисты. Они заняты слушать о каких-то материальных вещах. Особенно Бенгалия. Часто какие-то собрания происходят. Можно видеть, в карты играют, через каждые там 100 метров буквально пьют, курят. Какие-то такие собрания, особенно ну, это чайные магазины, каждый там 50-100 метров. Мы должны занимать себя в служении, и по милости Гуру Аги тогда мы обнаружим, что наш ум, он находится в соприкосновении, в связи с Верховным Господом. Может, тело может мешать нам, но, или майя как-то будет пытаться отвратить нас от служения. Майя, она не позволяет нам отдохнуть, всегда какие-то беспокойства происходят, это обязанность майя. Как обязанность майя всегда беспокоить нас. И это молитва перед Дургой. Дурга Деви, мы молимся, о Дурга, дай мне богатство, положение и все остальное. И так мы молимся ей больше и больше денег, положения и всего остального. Достаточно давно какие-то преданные, они взяли меня в Джамму и Кашмир. Мы поехали туда, это на севере, около Гималаев. И вот я там был, получил даршан по дну реки, очень важная река.
И там я видел какой-то храм, и тот преданный, который меня возил там. И там я получил даршан Рама Мандира, принял омовение в той реке, и когда возвращались, какие-то местные люди попросили: пожалуйста, придите говорить Харикатху здесь. Ну, в общем, меня поймали, там Дургапуджа у них была, кто-то Деви Бхагава там говорил, и все там стеснялись, Дургапуджа происходит, почему мы должны там говорить там. Еще кто, какие-то саньяси были, они сомневались, думали, зачем туда идти. И вот тогда тот преданный, который организовал всю эту поездку, и вот чтобы выразить почтение Гауди Матху, этот Раджаджи, который нас пригласил, он попросил, сказал, что никто не осмелился говорить Харикатху, поэтому вы хотя бы 10 минут должны говорить. Тут я увидел, какая-то Матаджи сидит на Вьясасане, она читала Деви Бхагава, там нет Бхагава, там из Деви Пурана что-то. И я выразил почтение ей. И вот я начал говорить буквально 10 минут, совершил вандану и начал говорить шлоку из Чанди, из Чандипата. И когда я начал, Чанди — это такая книга о славе Деви Дурги, это главная книга в бенгальской традиции, когда Чандипат, они с помощью тех стихов призывают Деви. И я подумал, хорошо, Матаджи, это моя мать, поскольку Брихат Бхагаватамрите можно найти Гупа Кумар, он обрел манту от Камакья Деви, от Йога Майи. Никто не знает, по милости. Ну вот я начал возносить вандану и потом начал говорить Харикатху о Чанди и пытался показать их натуру, все грязную натуру, что они всегда только просят о Деви, дай то, дай сё, дай пятое, дай десятое, а мы просим Кришну, чтобы он все забрал у нас. И поэтому вот ваша натура, вы молитесь Деви, чтобы дай то, дай богатство, дай славу, дай то, дай сё. А мы, вайшнавы, мы просим, чтобы Кришна все забрал у меня, даже нашу последнюю одежду. Как Вамшидас Бабаджи Махарадж, кто-то спросил его, почему вы в одной купине ходите, даже нету никакой накидки. И Вамшидас Бабаджи Махарадж очень красиво ответил. И вот я там говорил 10 минут всего, но эти 10 минут были очень прекрасные, все были восхищены. Но они что-то сказали еще, что я не могу говорить здесь. И вот Бхагаван. Бхагаван. Бхагаван, он имеет бесконечные лилы. Парикшит Махарадж говорит о Гурудев. Бхагаван, он украшен бесчисленными лилами. Почему бы не говорить больше и больше лил? Мы хотим слушать больше. И здесь
Мукундасья, это слово используется в Гите также. Можно найти во всех Гите иногда. Вьясадев Госвами говорит, Кришна. И Кришна иногда говорит Арджуне, Савасачи, Каунтия. И вот имя, различные имена. Когда Арджуна зовет Кришну по имени Ядава, о Ядава, о Сакхи, это другое значение. Когда Арджуна говорит о Мукунда, это отличается. И здесь Мукунда. Почему это слово Мукунда? Парикшит Махарадж не столь глуп. Вопрос в том, Парикшит Махарадж он не так глуп. Почему Парикшит Махарадж говорит Мукунда? Он мог сказать Кришна. Почему слово Мукунда используется? Я могу объяснить завтра, сейчас времени мало. И вот все различные лилы Кришны, Мукунда все значит. Мукунда значит муку. Мукундасья значит тот, кто может даровать прему. Без Кришны Джива Госвами подпишет в Сандарбхах. И вот в Сандарбхах и других местах он пишет, что без Кришны кто? О ком мы можем сказать, что он Верховный Господь, кто будет раздавать прему даже растениям, кроме Кришны, кто будет раздавать прему даже растениям и деревьям. И вот завтра я буду говорить об этом. Мукунда, тот, кто может давать прему. И поэтому его имя Мукунда. Мукунда, имя значит тот, кто может дать муку, да. Мукунда, тот, кто дарует прему. Према — это наивысшее сокровище. В бесконечных мирах према — это наивысшее сокровенное. Самое ценное, я не могу даже говорить об этом, насколько это ценно. И вот Парикшит Махарадж говорит, тот, кто может давать прему Кришна, он совершает различные лилы, мы хотим слушать больше и больше. Вот время на сегодня кончилось, я прошу прощения. Сейчас следующая харикатха, третья начинается. Сансару синду тварани хидаям яди сад Шанкиртанам ритараси рамати маносче Пемам будоу бихарани яди читта битти Чайтанна чанда чарани курутану рагам Чайтанна чанда чарани курутану рагам Ванча калпатарвасе кипасинд бевача Патитанан павана бовешне бьёнаму. И вот если мы сможем начать около 7, то я могу 20 минут больше говорить, поскольку я нахожусь в пудже, в картик мас, Пурушоттам мас. Если я прекращу пуджу, если вы думаете, что моя Бхагавад-катха это пуджа, то можете прекратить совершать долгую пуджу, совершать простую, просто лампаду предложить и цветы, иначе времени не будет достаточно. Харикатха – это моя жизнь. Благословите меня, чтобы во время смерти я говорил Харикатху, чтобы, говоря Харикатху, оставить тело.